Установка защитной шторки на оригинальную камеру Mazda CX-7 первого поколения рестайлинг, чтобы камера всегда заднюю, была чистая заднего вида. Перед установкой, видите, как она сделана. А здесь ничего сверлить не надо под провода. Я вам дальше покажу, как устанавливается. То есть я сейчас сделаю вам. Видите, она снимается. Покажу очень просто. Накручиваются гаечки, то есть вам будет открутить. И один пистончик, который я как раз сейчас рукой нажал. Вот так вот он вышел. Камеру нам снимать не надо. Просверливать сейчас будем прямо здесь в углу. А сверло на 4 мм вам уже дается. Обратно вернули накладку, опять же, еще не прикрутили, как видите. И в то же самое отверстие просто провожу провода. С той стороны поддеваю. И обязательно их разъедините. Обнимаете камеру. И закрываете. Видите, что по контуру плотно закрылось. И прикручиваете из нержавейки темного цвета маленькие саморезики в пластик. Вот, посмотрите изнутри. Вот уже провода вышли. Вот это отверстие. И здесь мы закроем его автомобильным пластилином, который уже лежит у вас в коробочке. По установке. Вот мы поставили блок управления. Вот из него провода выходят. Вот видите, белый с зеленым. Это уходит моторчик. Именно открывание шторки автоматической. Основной плюс к блоку управления. Мы взяли от дворника черный провод. И минус мы взяли основной к блоку управления. Вот он идет прям. Тоже черный провод. И берем задний вход. Мы взяли его слева в этом автомобиле. Вот он, зеленый с черной полосой. Также мы его провели, сняли резиновый уплотнитель. Здесь прям легко проводится. Снимаем заводскую гофру. Здесь же его протаскиваем. Как видите, вот он. Вот мы его протащили. И все это в блок, опять же, управления. Все. Все.